Десант на апдаун. Джерри без лишней рефлексивности принимает тунда. Просто хедшот. При этом не понадобилось ему куда-то туда, в эту дыру колодца смотреть. Он и со вторым, и с третьим разобрался. Так, ну и вопрос здесь, знаете, в чем? Что же по автодиректору? Почему он не работает? Ведь Джерри делает минус 4 в шаге от Эйса. Сам еще и с 31 хп остался после того, как сделал минус 4. Ну, Джерри, твоя игра, конечно, выше всяческих похвал. Контроль от снайпера, даже от двух. Две снайперские винтовки у Литла и у Кучера. Патрон умирает последним, и это минус 5, это эйс от Джерри. Какой же ты красавчик, какой же ты молодец.